Возьмем наш словарь занимательных терминов НАТО. Что у нас тут? Успокаивать. Избавлять кого-то от сомнений и тревог. Вроде понятно. Перебрасывать войска и тяжелую военную технику в соседние с Россией страны. Да, вот уже 3 года, ссылаясь на агрессию Путина, альянс НАТО успокаивал Польшу, Литву, Латвию и Эстонию регулярной переброской туда войск и военной техники. А что, вдруг Россия нападет? Публиковать ролики для демонстрации крутизны НАТО. Привет от Брюса Уиллиса! Блок НАТО охватывает огромную территорию, от Аляски до Ближнего Востока. Но из 20 последних роликов на канале Альянса на YouTube, 15 посвящены Восточной Европе или дислоцированию войск в этом регионе. Что ж, НАТО хочет защититься от России? Допустим, у вас есть навыки выживания в экстремальных ситуациях. Серьезно? Попросите своих пиарщиков вбить в строку поиска тем временем в России. Вы собираетесь остановить вражеские танки при помощи бревен? Кроме того, вы умеете управлять танками в мороз. Хорошо, но у кого больше просмотров? Точно. Это успокаивает.